Здравствуйте, меня зовут Женя, и сегодня я расскажу вам о пособии «Цветные счетные палочки Кюизинера». Эта увлекательная игра станет одним из самых любимых занятий вашего ребенка. С ее помощью он разовьет логику и пространственное мышление, научится считать и запомнит названия цветов. В комплект входит 116 палочек, которые отличаются друг от друга по двум признакам – размеру и цвету. Чем короче палочка, тем чаще она встречается. Например, самых коротких – белых – в наборе 25 штук, а самых длинных – оранжевых – всего 4. Главный секрет игры мы узнаем, если сложим из разных палочек лесенку. Так становится видно, что каждая предыдущая палочка короче последующей на одно деление, то есть на один белый кубик. Напрашивается вывод. Может быть, это числа? Так оно и есть. Каждая палочка обозначает свое число от 1 до 10. Состав числа можно увидеть наглядно, если измерить палочку с помощью единиц белых кубиков. Счетные палочки Кюизинера объяснят ребенку понятие количества и позволят решать простые арифметические примеры. К примеру, посчитаем, сколько будет 3 плюс 2. Пять единиц – желтая палочка, ответ – 5. А 9 минус 8 – эти палочки отличаются на одну единицу, значит ответ – 1. А еще разноцветные палочки могут быть отличным конструктором и превращаться во множество веселых картинок.